Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный наш Господь и Бог! Милости Твоя полна земля! Спаси нас, Христе Боже наш! Ты возвестил людям истину Твою, что Ты умер за грехи наши по Писанию. И Ты послал нас, чтобы людям засвидетельствовать о любви Твоей. Ибо горе смеющимся ныне, отравляющим себя... Больше ему не давай нам. У меня больше нет. Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, наш Господь. Слава Тебе, Боже наш. Хвала Тебе. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытилась и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси, мир дай я им, приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего мне бояться в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их. И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают, и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в счастье не прибудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их преисподнюю, смерть будет пасти их, и на утро праведники будут владычествовать над ними. Сил их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в счастье неразумен, подобен животным, которые погибают. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, дабы все познали любовь Твою, явленную в Сыне Твоем, Иисусе Христе, которого Ты отдал на распятие за наши грехи. Ибо верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо Слово Твое говорит, что всем нам надлежит после смерти предстать на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Там праведники воссияют, как звезды на небосклоне, а грешники потемнеют чернее сажи и будут брошены в озеро огненное, где дьявол мучится во веки вечные в огне и сере, где черни умирает и огонь не угасает. Ты предупредил нас и предложил человеку жизнь и смерть, благословение и проклятие, и сказал: зачем вам убирать, о люди, изберите жизнь, жизнь по заповедям Твоим, по святому Евангелию. Аллилуйя! Господи, хвала Тебе! И в этот новый день Ты позволил нам взывать к Тебе и прославлять Твое всемогущество. Все, что наполняет землю и небо, Ты все сотворил для прославления Тебя, дабы человек познавал это
и постоянно дивился, как велик и премудр наш Бог. Хвала Тебе! Слава Тебе, милосердный наш Создатель! Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, коснись сердца патриарха, митрополитов, епископов, священства и пастве. Истреби из сердец их сребролюбие, чтобы не было торговли в храмах, и чтобы таинства не искажали, а крещение было троекратное, полное и бесплатно. И только святая десятина восполнит все недостающее. Ты некогда торгашей изгнал из храма бичом и сказал: «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Аллилуйя! Господи, мы виновны перед Тобою. Прости нас и помилуй, прости, исцели и очисти, и возвысь святую православную веру. Тебе, Господи, слава, а всякая ересь, заблуждение и расколы да исчезнут. А нас помилуй и благослови, мы наследие Твое, Господи. Коснись сердца правителей, дабы издавали мудрые законы, и дали достойно людям прожить, дабы было еще уделять нуждающимся. И сохрани их от покушения на них, Господи. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Эрдогена, Амана. Будь милостив к ним, Господи Боже наш, дабы они свои таланты, полученные от Тебя, мудро использовали, ибо с начальствующих на суде Божьем будет строгое взыскание. Дай им это понять, дабы они не обольщались временной властью. Все это пройдет, как одно мгновение. Твоя власть вечна. Ты, Господь, Бог, сотворивший мир, которому нет начала и нет конца. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Ей, гряди, Господи, ибо Церковь Твоя невеста, она ожидает Тебя. Ты сказал, перед кончиной мира будет один царь на всей земле, и воссядет он в Иерусалиме, и будет царствовать 3,5 года. И большие муки для людей никто никогда не придумает, что будет в это время, когда нельзя будет ни продать, ни купить, пока человек не отдаст душу сатане со знаком 666 и поставит начертание на лоб или на правую руку. Ты нас предупредил, укрепи народ Твой, Господи, чтобы никто не обольстился временным. Слава Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя за испытание, которое Ты дал мне пережить. Ты вывел меня из темницы, хвала Тебе. Ты удалил болезни и восставил, хвала Тебе. Ты дал, Господи, испытать дружбу и любовь друзей, и дал испытать множество врагов, нападающих со всех сторон, и они ничего не могут сделать, ибо Ты защита моя. Слава Тебе! Аллилуйя! Благодарю Тебя, мой Господь! Боже, милостью будь мне грешному! Создави меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый день. Здравствуйте. Может быть, у вас какие-то вопросы есть? Я постараюсь ответить вам. Ну вот, накопилось, пока вы читаете. Читаю. Как может прийти к вам? Кого вы там призывали? Царя? Кого? Чтобы Господь вразумил царей наших, начиная с... Но если вы молитесь, не умолкая, да, и не готовы слушать, как вы можете услышать? А Господь делает так, как вот когда олимпийский огонь зажигали, от огня луч туда лазерный падет.
Вот у меня вышли из печати 38 книг, еще 7 в интернетной версии. Это не брошюрки, по 750 страниц. И я послал Путину, и видели, в библиотеке у него стоят. Еще до ареста мне Господь позволил Библию насчитать. 50 книг разных и архипелаг ГУЛАГ. Я ему послал диски. А Бог его знает, а может Господь его и коснется. Нет, ну, я говорю про вас. Там же как сказано, не суди, да не судим будет. Да, да. Всяким словом, всякой мыслью осудишься. То есть суд Божий прост. Каждый сам себя судит. Вот написано у пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Если ты видел грешника, что он совершает грех и не обличил его, то он погибнет, а его кровь я взыщу с твоей головы. Но если ты его, если ты обличал его, обличал, что неправильно делает, он погибнет, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. То есть не только не судить, а это надо понимать, судить и помогать. Вот я вот то же самое, вот я вижу перед собой грешника, хочу ему помочь, сказал вам, вы неправильно поступили. Да. Вы меня не слышите. Как же я могу вам помочь? Да. Правильно? Так вам сколько лет? Мне по 108. А мне сколько? Не знаю. Ну, примерно так. Вы же... Я вам же вам ответил. Но обо мне не можете сказать. Так, не знаю. Можно и год прожить. 80. Да, всего лишь. 80 всего лишь. Так я прошел ГУЛАГ. 5 тюрем за Слово Божие меня терзали, мучили. Теперь я реабилитированный. Все а назад. Христу сколько, извините, Христу сколько было? 33 года, когда он умер. 33. В 30 как лет. Вы думаете, он старше вас или младше? Он безначальный. По Рождеству он 2019 год. Хотя тут ошибка 4 года есть, обнаружена. А это принципиально? Никакой разницы нету. Абсолютно никакой. Никакой. Я думаю, что он просто знал больше. Да. Несмотря на то, что вам 80, а ему было 33. Да. Я к тому это сказал, что Господь хранит. Как меня мучили, как терзали, как меня там накачивали, как морозилки держали. И я вернулся, а из КГБ сразу же у меня по статье-то московское КГБ арестовали-то. Я рад за вас, но вот вы опять сейчас рассказываете о грехах чужих. Это мое. Я имею право это сказать. Вот. Я в первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Насчитал на пленке и растиражировал 1000 экземпляров. Потом брал... Вы думаете, что это вот хорошее деяние? Я думаю, что оно было плохое. Ну, о чем он пишет, это страшно, надо знать. А вот когда говорят, а что послужило крушением этой империи зла и лжи? Два гениальных человека. Вы почему обвиняете? Я сейчас отвечаю. Я отвечаю. Это Горбачевская перестройка, гласность. И Солженицынский архипелаг ГУЛАГ. Они пробудили весь мир. А Горбачев говорит, надо показать человеческое лицо социализма. И когда стали показывать, там чудище, людоедство одно. Вы Библию читали? Вот, подождите секундочку. Вас как зовут? Игнатий, вот смотрите. Игнатий, меня зовут Василий. Вот я сейчас покажу, смотрите, попутно. Это наши, наши ресурсы. YouTube, вот мое имя, фамилия. Если захотите по скайпу зайти. А это YouTube. У нас 14 тысяч роликов. Мы строим деревню православную с нуля, где человек, чтобы с ним разговаривать начали, должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А это самое главное? Конечно. Да. У нас даже написано при въезде в деревню, на территории деревни курить запрещается. Я вам простой вопрос задам. Вот смотрите, вы когда читали, сказали, что суд Божий состоится после смерти каждого. Да. А чуть погодя, тут же сказали, что изберите жизнь. Сегодня. Изберите суд Божий при жизни своей. Вы сказали, когда читали. Это суд сегодня, Господь говорит, будет. А чтобы определиться налево или направо, Он предложил нам жизнь и смерть. Это пророк говорит. Это не мои слова. А вы что избираете? Жизнь. Я избрал жизнь 56 лет назад, после службы в армии. Так? Да, мне Евангелие дали в руки. А говорят, какая-то беда у вас была. Какая беда?
У меня весь мир передо мной открыт был. У меня здоровье, я на морфлоте служил, и теперь на Балтике плавают. Добился разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии, английский, немецкий или французский. У меня широкая дорога открыта. Вы призывали, чтобы к вам пришли пророки и известили слово вам Божье, правильно? Да, Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А вы видите, кто перед вами сидит? Ну, я вижу, что человек, а знать я его не знаю. А иногда бывает, только глянешь, и сразу видно, что человек такой или не такой. Сразу. Я вот сажусь в автобус, в новом месте-то, а человек заходит, такой в военной форме. Я глянул только, я вижу, это блудный человек. А потом спросил, кто? Так это вот здесь, говорит, 15 раз уже женился. А как вы узнали? Я не знал. Я просто глянул, я вижу, как у него ресницы поднимаются, как губы он сжимает. Это, ну, я просто... Я начальник детского лагеря был, 45 лет. Вы же помните, там в книге написано, в Библии, вы сказали, читали. Если бы, говорит, вы видели меня, что там сказано в книге? А о чем говорит? Если бы любили меня или видели? Видели. Ну, а кто это говорит? Господь? Христос спросил. Ну, в каком месте он это говорит? Ну, когда встретил женщину. Нет, он не так ответил. Он сказал, если бы ты знала, кто с тобой говорит. Вот как это звучит. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. Разговор у колодца с самарянкой. Хорошо. То есть вы эти слова помните? Обязательно. Так, но вы не знаете, кто перед вами и с кем вы разговариваете. Так это Господь сказал. Она не знает, и я не знаю. Так, я вижу, что человек долго слушает. Я подумал, может, я ему нужен? Не знаю, я совершенно не знаю. Но вы призывали, чтобы к вам пришли пророки, правильно? Нет. Они пришли уже через слово твое. Они уже пришли. Нам только надо слушать их. Так все верно. И я смотрю, человек молится. Я думаю, может быть, я ему нужен. Вот здорово как. Да. А я именно об этом и молился. Потому что чат-рулетка – это дно ада. Тут половина раздетая и 80% мусульман. А что, мусульмане, они... Ну еще, вы же взрослый человек. А я мусульманам говорю, зачем вы здесь? Потому что дома тебе разрешается официально, по вашей священной книге, 4 жены иметь, но за каждую большой холым. А тут ты даром 44 в один день берешь. Ты пришел сюда, они как жеребцы на базаре. Вы опять судите. Нет, это не суд, это действительность. Тогда нам не о чем разговаривать будет с людьми. Вы пытаетесь чуть-чуть... Ну, осуждать чужие пороки, нет. Не зная, что на самом деле я пороком. Это мир любит. Иаков говорит, 4 глава, 4 стих. Кто любит, это любящий мир, что? Дружба с миром есть вражда против Бога. А то что, осуждение? Но это реальность. Вот я люблю мир, там мирское что-то по-своему, там бреется человек, курит. Это вражда против Бога. Бог дал тело, храм, а ты туда гадость всякую толкаешь. Кто любит мир, в том лет люби Богу. Евангелист Иоанн пишет, это не осуждение, вы не напрасно это истина. Вот апостол Павел проповедовал, и в это время там Елима, волк, стал противодействовать. А он там повернулся к нему, апостол Павел говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола. Доколе будешь совращать с прямых путей Господних, вот на тебе рука Господня, не будешь видеть света. И он сразу ослеп. И давай мыкаться, не знает как. Игнатий, так возможно, он так говорил, потому что он истину знал. И да. Поэтому он мог сказать, если вы знаете истину, тогда ваш суд будет правильный. Но вы знаете ли вы истину? Знаем, и она сделала нас свободными. Христос есть истинный путь и жизнь. Евангелие от Иоанна 14:6. Я его избрал сознательно. Вы не знаете истины. Это истина Христос. С большой буквы. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. А вы мне говорите, я не знаю. Что мне знать, не когда... Знаете. Это в Евангелии написано. Он сказал о себе, Игнатий. Да. Он сказал, я есть врата в Царствие Небесное. Но он не называл себе истину. Он назвал истиной 14:6 Евангелия от Иоанна. Я же его называю место. Себя он истиной не называл. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Правильно. Он путь. Путь, запятая, истина, запятая, жизнь. 3 слова. Вы путь. Путь и стену не путайте. Да не надо путать. Он, а путь одновременно и истина, и плюс жизнь. У него 500 имен у Бога. То есть трудно преодолимый
Туркут. Он, да, он, да. Но много он, званых, но мало избранных. Истина. Он истина есть, абсолютно истина. Он себя истиной не называл. Вы невнимательно читали Библию. Я вам считаю сейчас, смотрите. Вы внимательно перечитайте сами эти строки. Вы трактуете неверно. Тут нет трактовки. Там написано: «Я есть путь истинной жизни». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Правильно. Вы внимательно слушайте. «Я есть путь истинной жизни». Нет. «Путь, запятая, истина с большой буквы и жизнь». Да. Это три существительных. А, вот так вот. «Я путь, запятая, истина с большой буквы и жизнь». Три существительных. Хорошо, вы прошли эту истину, да? Конечно. Я 56 лет с Господом. Ясно. То есть вы познали истину при жизни, и перед вами, над вами теперь смерть не властна. Он сделал нас свободными слышать. Кто Духа Христова не имеет, не его. А как вы узнали? А никак, я молюсь. Вот у меня просьба какая к Богу. Вот я помолился, человека одного не видел 16 лет. А мне человек говорит: а где такой? Я говорю: не знаю, мы только помолились. 16 лет не видел, он в другом месте находится, в другом городе. Мы вышли, а он идет по улице. Я говорю: а почему? Я, говорит, не знаю. Говорит, меня, говорит, как кто-то толкнул сюда зайти. Ну, я знаю. Вот как? Это так бывает. Я знаю, почему так происходит. Вот смотрите, я когда был в вузах, меня следователь допрашивал, следователь, не какой-то, краевой прокуратуры Алтайский край, а в Барнауле. Он обратился, принял крещение с троекратным полным погружением. Начальник тюрьмы, полковник, умер по-христиански. Я вот встал на колени и ночью молюсь, а на завтра меня преступники спрашивают: можем мы тоже встанем? Вчера, говорит, 7 человек молились. Люди меняют. Он говорит: я обратился. Что сделать? Я говорю: скажи, как ты говорил? Следователь запутал, да. Вызови теперь прокурора по надзору и перемени все. Почему? Потому что он замдиректора был бийского завода аппаратурного. И там такие переговорные были тогда, ну это 86-й год. И он давал. Я, говорит, скрыл их. Начальник КГБ получил. С собой разговор не будет у Бога. Бог есть истина. Всякая неправда есть грех. Дьявол есть лжец, отец лжи. Так меня тогда накрутят тут лет 15. Володя, послушай. А ему и так уже 10 лет. И он вызвал и начал давать показания. Я говорю: не бойся только никого. Не думай выкрутиться. Ты иди и страдай. Но чтобы истина запечатлелась на бумаге. Вы не услышали меня. То есть над вами теперь смерть не властна. Смерть, Господь говорит, вы перешли от смерти в жизнь. Этой смерти нет. Это только переход один. Я также умру. Для нас это не смерть. В книге разве не сказано, что в то время будет много лжеучителей, лжепророков? Да, да. Православная церковь избавила от этого. Если бы я пошел в сектанты какие-то, тогда ваши слова на месте. А мне не надо даже думать, потому что каждое место Писания Златоуст истолковал. Василий Великий, Григорий Богослов, Блаженный Августин, Иероним Стридонский. У нас толкование божественных отцов – это 300 томов палеантов. Все истолковано. Там разве не сказано? Там разве не сказано? Вы же сами читали, когда молитву, что есть, да. Там разве в книге не сказано, что над людьми смерть не властна будет, умирать они не будут. Не то, что вы считаете, что вот эта смерть не существует, когда вы кладут людей в могилу. Нет. А людей класть в могилу не придется. Придется. Это послание к Фессалоникийцам, говорит: и при последней турбе архангела мертвые восстанут из могил и будут вознесены Господу. Да. 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 Я недавно был там на Ваганьковском, других, ну, на кладбище ходил. Смотришь, какие статуи там, ну, все там, Высоцкие. Все встанет. И Гоголь встанет. И верно. Из мавзолея это чучело встанет. Верно. Верно. Ну, или кто-то должен поднять. Иисус говорит, пошлет, я повторяю, архангел затрубит. Сотрясутся горы, все затрясется. А на небе явится крест тысячу раз ярче солнца. А за ними на облаках явится Господь с архангелами. И в это время мертвые воскреснут. Праведники вознесутся, а перед ними всеми река огненная течет. И надо через нее пройти. Праведник выйдет, как золото засияет, а грешник, как обгорелая головня. И над каждым будет написано: убийца, прелюбодей. Там все слова.
Кто он такой? Ему нельзя будет ни отрекаться, ничего. И рядом с убийцей убитый. За что ты меня убил? За что царя расстреляли? За что этих княжон расстреляли? То есть самим делать ничего не надо, только молиться. Нет, наоборот, вера без дел мертва. Вот. Вот. Как это нельзя? Я вот строитель. Строитель. Но мне много я охота... Понимаю, я имею в виду, это мирское. Строительство, да. Это Богу Божье, кесарю кесарю. Да. Не важно, кто где трудится. Важно, как он Слово Божье понимает. Да. Ведь любое Слово Божье. Да. Я просил у Бога. И он мне дал православную веру. Я опытным путем изучил мусульманство, кришнаитство, весь буддизм, иудаизм. Что только мог достать книги в библиотеках. И издал материал один. Я 14 лет готовил. Масонство. Последнее время на земле. У меня тоже это в обвинении было. Протоколы сионских мудрецов. Растолковал полностью. Притом я взял, что говорили до революции. Зарубежная церковь после революции. Что советские говорили. Вот я говорю, а вы знаете... Вы уверены в своей правоте, да? Это не моя правота, это не моя. Я принял ее. Вот я ссылаюсь. Говорят, а вот кто, ну, Герцль, вроде бы основатель Израиля. Я говорю, идея его. А создал ее кто? Не знаю. Я говорю, журнал «Огонек» кто издавал? А вы знаете, что главный редактор был еврей, Виталий Корочич. И он пишет большую статью, заголовок «Гитлер-основатель Израиля». И дает все данные. Это сегодня открываются данные. Вот какое дело-то. А это надо знать. И поэтому я свой сон сокращал. У меня на сон уходило 2,5 часа. Остальное время я работал. Я переплетчик, реставратор книг. А днем я на работе. В мостопоезде работали. Да. Да, тяжело, когда человек думает, что он праведный. А вот мы не думаем, что мы праведники. Мы говорим, прости меня, многогрешного. Праведность наша от Бога. Священник отпускает грехи. Я каюсь. Власть дана ему такая. Кому? Священству Христову. А символ церкви что? Евангелие от Иоанна, 20 глава. Воскресший Христос пришел и говорит, дунул и сказал, примите Духа Святого. Кому простите, простится, на ком оставите, останутся. Бог дал власть. Это нет ни у мусульман, ни у евреев. Они говорят, у нас такой власти нету. А наши священники имеют... Я вопрос задал. Как? Вот символ церкви есть, херувим. Да. А крещение есть, таинство. А вы говорите, что крестили кого-то. Человек ведь не ведает, что творит. Я прав или не прав? Нет, как это? Вы назвали, повторите, я не совсем понял. Херувим, что вы сказали? Говорили слово? Символ церкви. Да. Херувим. Херувимская песня. Ну, херувим это кто? Херувим это одна небесная сила. Вот есть ангел, есть архангел, и херувимы, и серафимы. Да. Херувим это тот, кого поставил Бог охранять. Врата в Царствие Небесное, верно? Ну, мы так думаем только. Это в Библии не написано. Как не написано? А не написано? Как так? Я бы ответил. Спорить не надо. Я отвечаю совершенно истине. Я ее знаю, Библию. На разных языках. Я ее цитирую. Ну, я-то Библию не читал. А я ее насчитал. В интернете зарядите. Библия Игнатий Лапкин. И в аудио вы найдете моя начитка. Зачем? Ведь в Библии там сказано, что если бы я вам сказал... Даже малую часть вы бы уже не унесли. Ибо моя ноша легка, ибо она вся. Нет этого. В Библии нет этого. Иоанн говорит, если подробно все писать, думаю, самому миру не вместить написанных книг. Вот как написано. Отлично. Но все знания на небесах, верно? Да. С Богом легко. Понимаете, мы не спорим. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. А чтобы истину иметь, я проучился 50 лет у ног Христа. Само Слово Божье. Я не слышу, чтобы само Слово Божье изучили. Я этого не слышу. Я вот сейчас вам сказал Слово Божие. Я сказал Иезекииле 3:18. Если ты видел, не обличил. А вы говорите, я не слышал. Потому что вы его не знаете. Я говорю, путь истины и жизнь. Называю место Писания, а я не слышал. Это что, сатана уши заткнул? Потом повторил многократно. Господь говорит, будете слушать и не услышите, как аспиды глухие. Да.
Так это он про вас сказал? Нет, про меня не надо. Мне открыл он уши 56 лет назад. Он про вас сказал или про меня? Я не говорю про вас, я про тех, которые не верят. Он говорит, кто поверил слышанному от нас за 700 лет до Христа, еще сказал Исаия, пророк. Кто поверил? Христос говорит, Павел говорит, послушаем в другой раз. В Ареопаге не захотели слушать его. Ну вы же меня тоже не слушаете, то, что я вам говорю. Я слышу, но я говорю, что вы неправильно цитируете. Нет этого в Библии. Я не цитирую. Я же сказал, что все знания на небесах писаны. И вы подтвердили иными словами. Вы сказали, чтобы все написать, то книгу это не вместить. Да, это евангелист Иоанн написал. В 21 главе. Хорошо. А что для вас Бог? Как говорите? Бог. Это что? Бог кто это? Что это и кто это? Бог есть Дух. Всемогущий, всесильный, безначальный, вечный. То есть Бог не личность? Бог личность, с которым мы молимся. А у Льва Толстого личности не было. Он Бога не мог молиться. А мы молимся. Я же молился при вас. Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое. Это сказано. Если вы молитесь прилюдно, кто там дальше сказано? Вы ее знаете. Вот, вы дальше-то и считайте. Они останавливались, молились, думая получить награду. А у нас какая у нас награда-то? Он тебя наоборот сзади пришибет за это. Ну как же, какую? А в церкви молимся. А как в церквах молятся открыто? И патриарх молится. Да, я про это и говорю. Тогда храмы не нужны? Почему? А так же там все наружу. А иногда крестные ходы идут из района в район, и все молятся. Абсолютно. Все правильно. Это просто, чтобы показать, как он выглядит, грех. Ну, только ли показать. Люди искренне идут. Как это судить? Вот тут как раз осуждаете, не зная ни одного человека. Разные люди идут. Есть искренне верующие, там священники есть, монахи. Монахи, они отделены от мира. Но ведь знать Бога и молиться Ему – это разные вещи. Понимаете, молиться – это я обращаюсь. И я знаю в молитве, что Бог слышит. Это два связанные слова. Это вы все равно спросили бы «жевать» и «пища». Ну, конечно, разное. Но «жевать» – это пищу. Так здесь молиться, молиться Богу – значит, что Бог слышит. И Он говорит, «воззови ко мне, я услышу тебя». А? Знаете, я же с самого начала сказал, я подтвердил ваши слова с самого начала, всяким словом, всякой мыслью осудишься. Какая бы тайная мысль ни была, Бог ее все равно услышит. Еще не родились, а Бог знал. Еще не родились, Он уже знал эту мысль. Так. Еще ни одного гридня не написано, 138-й псалом. А у тебя в книге уже все записано, Господи. Да, судьба. Судьбы нету. Судьба – это выдумка дьявола, говорит Иоанн Златоуст. Ты можешь повернуть налево и направо. Можешь. Бог не будет твоя судьба. Слово «судьба» не употребляется. Это выдумка сатаны, он говорит, Златоуст. То есть я могу избрать добро, иначе Бог не призывал. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. А разве судьба – это не то, что нас ведет на суд Божий? Ну, понимаете, вот я легко принял слова Златоуста, а у вас идет отторжение. Почему? Нет. Я легко слушаю любые слова. Златоуст сказал имя, слово «судьба» брось. Это выдумка сатаны. Вот и все. А, ну вот так вот. Ну да, ну, то есть у нас в наших руках жизнь. Мы можем повернуть туда или сюда. В окно могу вылезти, могу в двери войти. Конечно. Но ведь сказано, что будет много уже учителей, уже пророков, и многие соблазнятся. Да, многие соблазнятся. Вы поверили в Златоусту. Вы уверены, что он не является уже пророком? Так мое мнение какое? Во Вселенская Церковь, когда была единая еще, ни восточная, ни западная, его признали самым великим проповедником. А я его 12 томов насчитал и распространил. И чтобы составить симфонию, 12 томов, я повторяю, послушайте, 12 томов по 800 страниц мне пришлось 6 раз пройти, составлять симфонию. Мил человек, да какая разница? Вы говорите, что в церкви греха нет. Понимаете? Я не сказал этого, не говорил. Как не сказали? Нет, что в церкви греха... Это правильно. Кто правильно? Это правильно. Златоуст правильно. Церковь признала, значит, правильно. Да, вы так. Так. Мое сердце здесь играет для меня главную роль. Я молюсь, и ему молюсь. И он... Нет, я верю в то, что вы искренне верите. Да. В то, как вы описываете, представляете себе Бога.
Но я вижу, что вы неверно представляете Бога и неверно его описываете. Ну как можете судить человека, когда вы понимаете, написано в Исаии 5:20. Если человек говорит не так, как в Слове Божьем написано, нет света, а я говорю точно по Слову Божию и так живу. Так любое Слово Божье. Это сектанты, они по-своему толкуют. У нас нет этой вольности толковать. Оно написано, блаженный Феофилакт сказал все, а то и блаженный Августин истолковал все. И сказал об этом Ефрем Сирин или Серафим Саровский. Проверили, по Слову Божию сходится. Кто сотворил Слово? Кто? Бог? Бог что? Сотворил Слово кто? Бог сотворил, говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Речь идет о Христе. Ему имя Логос, Логос, Слово. Вы так много говорите, я же простой вопрос задал. То есть Бог имел в себе Слово и дал его людям. Правильно? Конечно, раз сотворил, то и дал. Подобие, он сотворил его по образу подобию. То есть люди повторяют Слово Божие. То есть любое Слово Божие. Да мало кто знает. Люди. Какие люди-то? Златоуст говорит, Псалтырь, книга, вот я сейчас читал, которую. Он говорит, я не разумел этого, как скот был перед тобой, скот, доколе не вошел в Дом Божий. И тогда мне открылось, Господи, я завидовал безумным, а на скользких путях ты поставил. Они внезапно пришли в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Я вам дословно цитирую. То есть слово «Дом Божий» – это церковь или что? Нет, ну зачем это? Господь сказал, церковь моя невеста. И он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Верно. Никакие сектанты не имеют права появляться. Верно. А невеста спит, и спит до сих пор. Притча о 10 невестах. Так еще раз повторить, что-то не совсем невеста, ясно. Невеста спящая. Церковь православная, да. Святая православная церковь. Да. Она его невеста. Она спит. Она ждет Христа. Правильно? Да, ожидает. Ей гряди, да. Господи, мы ожидаем тебя. Но в ожидании, когда она ожидает, он не может прийти в церковь. Потому что церковь не слушает никого. Как это? Обо всех судить? Вы прямо никого не судите? Она праведна, и она утверждает истину. Верно? Нет, вы два несовместимых момента взяли, и уже неверно. Это напоминает мне, как представитель колхоза раньше. Вот у меня брат тут есть. Ну и надо корову ему дать бесплатно. Кто против советской власти? Ну это два вопроса разные. Корову дать против советской власти. Все проголосовали, ну корову бери тогда, все. И вы говорите один вопрос, а потом сразу второй. Я сказал о церкви, а вы, раз Христос, церкви может что-то случиться. Но человек автоматически выпадает оттуда. Церковь святая и непорочна. Так написано. Так. Написал кто? В Библии сказано... Да сказано. Я отвечаю вам, кто написал. 40 авторов. Писали 1600 лет. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому никакой ошибки там быть не может. Дух Святой автор. Все Писание Бога духновенно. То есть, если ошибки нет, значит, Христос уже здесь, и все уже спасены... И все живут счастливо. Не все. Он здесь, да. Придем с Отцом и обитель сотворим. Про нас говорит. Но не все. Люди многие не знали, не слышат. И он говорит, много званых, мало избранных. Мало. Верно. Званых-то много. То есть, по вашим словам, получается, что ни вы, ни я, ни кто-либо другой из людей уже не подвержен старости. Так? Да вы не... Зачем говорите? У человека два рождения и две смерти. Нет, у человека одно рождение, одна смерть. А, два рождения и два смерти. Вот видите, вы начинаете спорить. Я говорю, 20 глава Апокалипсиса, и написано, это смерть вторая. А вы, а его нету. Что я за вами буду спорить, что я сказал? Смерть первая, когда духовно Адам согрешил, и мы. Умер духовно. Вот о блудном сыне, притча 15 глава Евангелия от Луки. Сын мой был мертв и ожил. Картина Рембрандта показывает. Но пропадал и нашелся. Вот когда он вернулся к отцу, он ожил. И апостол Павел говорит, послание к Ефесянам 2:5, говорит, мы были мертвы по преступлениям нашим.
Но мы уверовали во Христа, Он вас воскресил кровью Своею. Я вам сейчас могу сказать, вы уже мертвы при жизни. Вы мертвы. Мы должны умереть для греха и жить для Бога. Умереть для греха. А жизни у вас нет. Умереть для греха, жить для Бога. Это духовное рождение. Никодим этого не понял. Об этом мы считаем в Евангелии от Иоанна. Он, Господь говорит, надо бы народиться свыше. А он по плоски, что в утробу матери опять войти и родиться. Он говорит, ты учитель Израилев, этого не знаешь. Знаете, что хочу вам сказать? Вы прекрасный человек. Вы действительно искренне во что-то верите. Но не факт, что вы не заблуждаетесь в чем-то. Нет, нет. В Библии сказано черным по белому. Так что там? Если вы соблазните кого-то, кто может соблазненный? Он может покаяться и прощен будет. Горе соблазняющим их. Понимаете, а чем соблазняется? Когда ложный путь показывает, обманывает. А вы видите, что вы показываете не ложный путь? Я православный. У православных нельзя заблудиться. У них все истолковано. Каноны, жития святых. Да. Вот смотрите, я вам скажу. Я вел занятия одновременно в 5 университетах, 13 школ. В 5 университетах. Вот вы как-то рассуждаете. Неважно, где я вел занятия. В каких университетах вел занятия Иисус Христос? Скажите нет. Мне. Я... Сколько книг он написал? Вы хвастались книгами. Ну вы скажите. Понимаете, вы не понимаете, что... Вы говорите неправильно. Так меня легко было видеть. Видеть, и священники подправили бы. Я дружу с митрополитами, они бы подправили. Они просят в храме сказать проповедь. То есть в митрополите греха нет? У него греха нету? Ну, вы сказали. Я не сказал этого. Ну, вы сказали, что он знает истину, он всегда точно поправит вас, если вы будете ошибаться. Если бы я говорил что-то еретическое, нарушение канонов. А, то есть в канонах вся истина и вся правда? Это церковь. Это книга правил. Библия у нас есть. И предание церковное. А вы Библию не знаете, предания не считали, каноны не держали. Поэтому надо быть внимательным. Все знания написаны на небесах. И вы подтвердите, в Библии написано очень мало. Ибо если все написать, в Библию не вместится. Правильно. Я просто умею читать знания с небес. Понимаете? Разница. Тогда вам надо не Библию, тогда вам не Библия нужна, а другая книга. Так есть книга Божья. Зачем мне Библию читать? О, вот оттуда ваше противоречие. У Библии три названия. Священное Писание, Слово Божие, Святая Библия. Вам почему ваш дух-то не подсказывает? А почему? Что означает само слово Библия? Слово Божье? Библия означает книги, библиотека, книга-хранилище. Ну вот вы не знаете. Что означает слово Бог, вы не знаете. Что не знаем? Что означает молитва, Бог, и величина небеса да пребудет. Так, скажите, вы когда последний раз были в церкви? Когда вы были, Василий, последний раз в церкви и молились? Когда? В церкви? В церкви, в храме Божьем православном. Ну, еще непонятно-то. Московского патриархата. Смотрите, есть еще место на Голгофе. И мое имя известно церкви. И церковь читала молитву и называла мое имя. И сообщала о том, что есть такой человек, дитя человеческое. И есть место на Голгофе. И оно приготовлено и ждет его. Понимаете разницу? Вот, понимаете, простой вопрос, вы ему не отвечаете. Вы меня спросите, а вы церковь признаете? Я исповедуюсь, причащаюсь. Когда церковь должна прийти и помолиться, и поклониться мне. Вы слышите меня? Кому? Мне. От вам лично? Да. Так вы антихрист тогда. Он именно это будет заниматься. Тогда это антихрист стопроцентный. Хорошо. Он будет выдавать себя за Бога, сядет как Бог в храме Соломоновом. Вы что это делаете? Что тут шутить нельзя с этим. Нельзя иметь, сидеть как Бог. Шутить нельзя с этим. Бог паразит и разум отнимет. Говорит, тогда... А кто шутит? Сохрани я Бог. Шутить это как раз в данном случае вы. Это не надо. Это... Зачем играть так? Я так не играю. Я вам сказал так, как есть. Вот в тот момент я заходил в церковь. Это было еще в 1999 году. Я знал, что должна прочитана будет такая молитва. Зашел, послушал. Молитву прошли. Никто на Голгофу не повел. Понимаете?
Потому что люди слепы. Люди не готовы слушать. Люди не готовы слушать. Они не готовы жить. Они выбирают смерть. Говорят даже, что выбор... Ну как вы все говорите? Да говорите, не судите, всех в смерть отправляйте в храме Божьем, а за храмом берете святость. Это будет делать Антихрист. Он сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. Послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Ой, неверный перевод, значит, книги. Вот это и есть. Это и есть ересь. Перевод, такие переводчики. А вы знаете, кто такой Александр Мень? Был священник. Да зачем мне знать вот людей таких? Зачем? Нет, но он всемирно известный. И он погиб. Зарубили топором его. Ведь в Библии там же четко сказано, что возвышенные будут унижены. Да. Унижены поднимутся. Так же сказано. А вы мне называете тех, кого возвышаете. Так вы как раз и возвысились до Бога. Ты будете унижены до преисподней. Почему? Это вы так подумали. Нет, я не думаю даже. Я никто. Все люди равны. Все люди равны. Бог только один. До него никто из человек, из людей подняться не сможет. Бог один. Он мама. Да, Библию не знаете тогда. Рожденный мамой. Понимаете, так, все, пока, Василий. Дальше не надо, грех начинается. Это один говорит, диспут не удался, переходим сразу к оскорблениям. Почему? А как я вас оскорбил? Нет, я просто говорю, в народе пословица есть. Никак. А, никак. Я не о вас говорю, и вообще. Всего вам доброго, счастья в каждый миг жизни. Да, спаси не Христос. Слишком-то не стоит распространять ни книг своих, ничего. Ну, в принципе, каждый должен нести свою миссию. Ходят свидетели Иеговы, это их миссия, нести вот это вот, ну, уже пророчество, уже учение. То есть у каждого своя миссия. Не надо думать, что вы отличаетесь от других уже пророков. Игнатий, счастья вам. Храни Господь вас. До свидания. Спасибо.